Еще один гуманитарный груз отправляется в Славяно-Сербский район. Напомним, этот район в Луганской Народной Республике является подшефным Алтайскому краю. Накануне в рамках празднования Дня города в Барнауле собрали более 19 тонн гуманитарного груза. Это и продовольственные товары, и конвой с техникой и 6 машин. Отправка груза в зону специальной военной операции также ведется. Это отдельная специальная работа. А взаимодействие, общение, поддержка с жителями Славяно-Сербского района сегодня, когда уже Луганская Народная Республика вернулась в состав Российской Федерации, стала полноценным субъектом России, все равно продолжается. Это нужно сегодня для того, чтобы жизнь мирная быстрее и быстрее восстанавливалась, возвращалась там, на освобожденных территориях. Каждая отправка объединяет сотни людей. К этому сбору подключились барнаульские предприниматели, депутаты городской думы, администрация Барнаула, Народный фронт и просто неравнодушные жители города. Это наша общая отгрузка от всех жителей города Барнаула. Ну и не только. Вы видите, здесь Народный фронт. Народный фронт подключился. Ну, сегодняшний пример – это техника. Мы будем, как сказал Виктор Петрович, продолжать эту работу, делать. У нас есть общие задачи, есть общие цели. Есть немножко разные возможности, но мы все едины, это наша общая отгрузка. И сбор помощи не прекращается. Не случайно Славяно-Сербский район ЛНР уже с теплотой называют 70-м муниципалитетом Алтайского края. Ирина Корчагина, «День с толком».